Всем привет, ребят! И у нас снова новый выпуск. На этот раз мы уже на лесте и будем открывать европейские контейнеры. Да, посмотрим, что из этих европейских контейнеров вообще может выпустить. Потратим на эти контейнеры около 40 тысяч голды. Мне даже очень интересно. О, потом ради прикола откроем друг там попадет. Так, смотри, скупаем все, что есть в магазине. Давай начнем с 15. С 15. Успели выйти, сразу скупаем за 12. Успели скупаем, выйти. Пока не потратится голда. И вот, получается, за 6. За еще 6. Можно разочек за 15, за 12 взять. Да, давай еще за 12, если вот, вообще можно, возьму. Можно. Вот, да, еще, вот, еще можно взять. Нет, у нас осталось 9, так что за 6500 еще берем. Давай. Что? Я думаю, нормально уже тут контейнеров будет. Да? Тут много будет. Сколько суммарно мы смогли скупить? 35 контейнеров, неплохо так. Хотя бы хоть один танчик здесь попадется. Да, давай. Тут самое прикольное, это эстрелка, кара у меня, по-моему, здесь. Не знаю, что здесь может попасть, 100 тысяч голды. Своей. 100 тысяч голды здесь может попасть. Неплохо. Анимированный аватар. Ну, короче, прикольно. Давай попробуем по очереди. Опять, кто больше выбьет, тот и бьет фофа. Да, кто больше танков выбьет, тот и бьет другому фофа. Аватар Overthrow. О, прожито 46, я так на аватар смотрю, даже не заметил прожито. Первый танк у тебя, кстати. Да, 1-0. Какая здесь компенсация? В серии. Блин, обидно. А у тебя был, да, прожил? Да. Ладно, у тебя один хотя бы уже есть. Танк. Давай, да, погнали дальше. Аватар. У тебя даже ни мирного аватара не выпал. Что-то вообще как-то плохо открыло. Ну, от тебя тоже. Ловкий ниндзя. Скидыш! Ничего. Да. Вот вам и европейский контейнер, блин. Знаешь, ты там надо, чтобы 5 падало, падает 4 уже ничего. Вот я сейчас как этот гневный лепрекон, блин. Из-за того, что ничего не выпадает. Анимированная аватар, но с морковкой. Ну спасибо. Метик аватара после вчерашней кастомизации. Ну да. Дофигища просто. Так, давай 5, и это 100% танк. Давай. Здесь нам нужно просто выбить. Да, 100%. Погоня за кара. Каро 45 тонн. Спасибо. А, светильник Джек. Да, именно сейчас он актуален. Да вообще. Вообще не падает ничего, боже мой. Ладно, хотя бы до гаранта дойдем. Вот он. Опа, тебе летит. Полетел. Да, 100 голды. Размечтался, размечтался. Полетели. Оказывается, тут может просто еще и голда падать. А, еще и 14 дней премы. Вау. Класс, я очень рад. Хотя бы по 5 летит. О! У тебя, кстати, его здесь не было. Нет, но я как-то даже не особо рад. 7 уровень. То, что тебе по панца только пробью. Уже 2-0, да так нечестно. Хотя бы 1. Спасибо, 4, значит ничего. Ночной охотник. Да, охотник ночной. Вообще. Ничего себе, не падает. 4. Мега супер пупер обидно. Мы, кстати, до гранта дойдем. Нам может еще танк просто грантом выпустить. Неплохо. Обратно ты выпал. Кто это дойдет до гаранта, тот и возьмет танк, получается. Так нечестно, по-моему. Топор викинга. Как-то какие-то европейские скучные контейнеры. Да, скучные, тут особо ничего не выпадает. Просто по 4 награды падает и все. Да уж. Да. О! О! Ага. О. А, я получаю гаранта. А, 2-1 будет. Ну, интересно, какой кара выпадет. Давай кару. Сразу вот открываем его. Давай. Скидыш! Эмиль, да он здесь был! Да что ж такое-то? Боже мой. Да давай, что-нибудь крутое. Да вообще. Да. Мега крутое. Ну танк вот, давай еще танк. Вот кару и мы разойдемся. Ну хотя бы один танк, ну ради этого. Ну пожалуйста. Вот он летит. Вау, не летит ни хрена. А 100 голды, вау! Вот это богачи просто. Они даже не окупаются. Столько наград падает и вообще ничего. 100 голды. Какие-то. Они даже не окупаются. Что тут можно сказать? Надо было просто космос брать и все. Ну, да. Нам надо было показать. О, прожито! Вау! Второй раз подряд. Это ты выбил? Я выбил. Блин, я забыл. Вау! Второй раз подряд. Знаешь, типа, надо было просто космос открывать. Да, европейский. Не открывайте их еще. Вау, Шкода. Шкода. Не помню, по-моему, здесь было. 3-2, да. Еще с камуфляжем хорошего здесь. 3-2. Счет, ну. А, счет, ты еще раз попил. Чтобы выбить тебе танк. А прикинь, сейчас я тебе. Мы это открываем, знаешь, ради вас, подписчики, чтобы вы посмотрели вообще шансы выпадения. Ты
1000 голды! Впервые! А тут ничего. Ловкий ниндзя. Да, ловкий. Это мы ловко просрали. Да, ловко просрали. Голду. Ловко нас развела Леста. Вау! Ну, 100 голды. А 7 дней прямо вообще. 4 контейнера. Выпадет ли кара здесь или нет? Ага, размечтался. Выпадет ли кара? Смотри, я наколдую. Сим, Салабим, танк, Випадим, хватит мне на ногу. Из-за тебя мне не повезло, что на ногу наступает, там сидит. Да, оверкил. Мне их уже 500 миллиардов этих оверкилов. О, последний летит кара. Закомбэчишь? А, закомбэчишь? Закомбэчил в последнем контейнере. Блин, нам не хватает 5 контейнеров до гаранта, обидно. Это ты хочешь один за 3000 купить? Ты не один. Один. Один контейнер за 3000 был. Он распродан. Это потому что... А, там 3 было. Там 3 да, было, 3. Да. Что, ты еще хочешь? Давай, ладно. Посмотрим, может кто-то из нас... Может кто-то вдруг камбэкнет. Камбэкнет, либо им выпадет. Да он сам вниз. Вот здесь. Он по угару потом откроет. Нету, все. Блин, надо перезаходить, чтобы эти три появились. Ладно, без разницы. Давай так. Да это что-то ничего не выпадает. А другие можно не открывать. Что за 4000 больше ничего нельзя купить? Да ладно, уже в принципе мы и так открыли. Давай вот по одному откроем по контейнеру сюрприз, чтобы... Давай сразу здесь открывай, и все. Кому-то танк выпал, и кто-то проиграл. Так, идем. Ты какой вообще будешь открывать, любой? Я буду открывать Лан Сахатова. Давай Сахатова. Лан Сахаты. Как раз сейчас Новый год. Ничего тебе. А вот я вырываю победу, как обычно, в самом конце. Вырываю за 114 ко мне. 4 награды. Ладно, у нас ничья, но смотрите сами, мы просрали. Мы просрали всю голду, можно сказать. Всю голду в итоге. Вы попадали, кстати, надо посмотреть, сколько у нас повторов было. Так, Шкоды не было у тебя. Другой Шкоды тоже у тебя не было. Так это две Шкоды. Ну, две Шкоды Эмили у тебя тоже не было. У тебя только Проджетто был, и все. Да, Проджетто. Ну... Ну, такие танки за 40 тысяч не стоит того, не стоит максимально. Фигово, открытие, ну, вы сами... Всегда говорю, вы сами решаете, открывать вам это или нет. Мы просто показываем вообще, что может отсюда выпасть. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Спасибо, что поддерживаете нас. Всем пока!